икра подорожала. Цены на рыбные деликатесы поднялись на 30%. Красная икра и лосось подорожали, и это не предел. Первопричина в неудачном рыболовецком сезоне на Дальнем Востоке. Большую часть улова скупают японцы и тем самым поднимают цену. Дефициты эксперты, тем не менее, не прогнозируют. На новогодний стол икру можно будет купить. Другой вопрос, по какой цене.